где-то на краю России, в забытой богом Карелии. На берегу живописного озера есть маленькая деревушка под названием Авдеево. Именно здесь я и живу. Меня зовут Кирилл. В этом мире я всего 16 лет. Или уже 16. Вы спросите, что можно достичь в этом возрасте в глухой деревне? А я вам отвечу. Достигнуть можно многого. Было бы желание и безумная любовь. Любовь к спорту, любовь к штанге, любовь к железу. Это мой зал. Это не модный фитнес-центр. Это всего лишь дом. Старый деревенский дом, в котором когда-то жили мои родители. Родители, которых сейчас уже нет. И которые не могут воспитать меня правильно. Но я уверен, что они были бы не против, что в нашем доме я сделал зал. И теперь отчасти меня воспитывает спорт. Воспитывает штанга. Воспитывает железо. Правильное железо. И я считаю, что иду правильной дорогой. Дорогой сильных. И останавливаться я не собираюсь.